Состояние Каспийского моря также в центре внимания экологов и всего мирового сообщества. Одни эксперты предсказывают серьезное обмеление, другие считают процесс естественным. И пока идут исследования, мангоустские власти намерены построить 9 опреснительных заводов. Это позволит полностью покрывать суточную потребность области в пресной воде. Насколько выполнимы планы чиновников, узнавала Жанар Масагутова. Многие жители Актау вспоминают детство у берегов Каспия. Сейчас на побережье все больше туристических объектов, нежели как раньше мест для купания. В 1989 году уровень моря достигал вот этих скал. Мальчишками мы прыгали, ныряли в воду. Сейчас на этом месте скальная тропа, созданная людьми. Здесь видно, что уровень воды сократился. Многочисленные споры возникают в связи со строительством опреснительных заводов в Мангистау. Усугубит ли производство живительной влаги уже перманентный процесс обмена? Каспийского моря. Объем воды в Каспийском море 78 тысяч кубических километров. В сутки будет производиться 300 тысяч кубометров. Значит, в год 110 миллионов кубометров. В процентном соотношении это 1 из 10 000% воды в море. Согласно цифрам, объемы воды не уменьшатся. Я считаю, что процессы производства не повлияют на сокращение объемов морской воды. Однако, по мнению депутата, нужно обратить внимание властей на источники, ведь закрытый водоем пополняется за счет осадков и речного стока. Но осадков в акватории выпадает мало, а объемы водопотребления растут с каждым годом. При воздействии, если воздействие все равно есть, а оно будет, да, это забирается водные поверхностные объекты, то есть сбрасывается рассол, концентрация солености будет тоже меняться. Для этого недопущения нужно дополнительно прорабатывать необходимые предохранные мероприятия. Экологи считают, для того, чтобы дать экспертную оценку степени влияния в комплексное исследование, необходимо привлечь международных специалистов. Как известно, на береговой линии Каспия расположены 5 государств. Северо-запад и запад занимает Россия. Протяженность берега 700 километров. Казахстану принадлежит самая большая площадь береговой линии. Это 2300 километров побережья на востоке и северо-востоке. Но по прогнозам ученых Германии и Голландии, за 50 лет площадь водоема может уменьшиться на треть. И больше всего пострадает северная акватория озера. То есть часть, которая принадлежит России и Казахстану, перестанет существовать. Жанар Масугутова, Мухаммед Шалкам, Атамикен Бизнес, Мангистауская область.